Так, друзья, привет, с вами Здраво Малый. Сегодня мы отправляемся в новое заведение под названием «Жарить». Оно находится в универмаге «Белгород» на первом этаже. Мы о нем пока знаем, что оно только всего лишь существует, больше ничего. И специализируется это заведение на мясе, приготовленном на... Данил, твое слово, единственное в этом тексте... На букву «Х» там что-то. И что это? Я не знаю, это, короче... Едем туда, смотрим. Позиционирует себя как быстро, очень быстро. Вы пришли, заказали. Вам буквально в течение 5 минут все сделали, предоставили, все это скушали и убежали. Но заведение рассчитано на возрастную категорию, я бы сказал, от 20 до 40 лет. Я бы даже немножко поправил. 25-40 лет. 25-40 лет, такая возрастная категория заведения. Фишка этих ребят какая? У них используется специальная печь. Называется она... На Х. Она жарит на ультрафиолете, имитирует русскую печь, мол, типа, убивает бактерии, жарит просто как на углях, как в русской печи, маленькая, компактная, занимает мало места, у них открытая кухня. Нет вот этих ароматов, которые во время готовки на углях, да, дыма вот этого нет, потому что все делается по новой технологии, по технологии, о которой рассказал вам только что Алексей. У них есть бармен свой, собственный, готовит, бодяжит, смешивает, ну, не шикос, но хорошо. Да хорошо, там все, ребята. Нам сегодня все очень понравилось. И персонал, и обслуживание. Карликам хорошо относятся, как бы, ну... Ну, карликам везде хорошо относятся. Ну, да. У них есть свой сайт. Меню там на этом сайте присутствует. Можно заранее знакомиться с ценами, с блюдами, с чем вы хотите, что заказать. Есть также группа ВКонтакте, по-моему, и в Инстаграме. И в Инстаграме, ребята, тоже есть. Мы вот обсуждаем. В двух словах, как можно писать это заведение? Мясо по-быстрому. Причем не страдает качество, друзья. Так ли это? Вы сможете убедиться сами на практике. Заходите, кушайте, оставляйте свои отзывы. Надеемся, заведение останется держать марку и станет только лучше.